Название «Адвокам» говорит само за себя. Случись, что на дороге видеорегистратор выступит в качестве твоего адвоката при разборе полетов. А чтобы спорных вопросов не возникало, качество картинки должно быть максимальным, так считают в этой достойной компании. В «Адвокам» честно признают, да, наши регистраторы дороже, но зато вне конкуренции. Например, за дополнительную пару тысяч рублей нам обещают, что модель FD5 Profi GPS будет выдавать полноценное разрешение видео Full HD без интерполяции и функцию циклической записи без провалов. Весомые аргументы. Внешне FD5 Profi GPS несколько отличается от тех регистраторов, к которым мы все привыкли. Он сильно вытянут по ширине, по центру задней панели располагается большой экран, по которому удобно визировать картинку. А по бокам от него разместили несколько кнопок, с помощью которых легко управлять основными функциями девайса. Чтобы не отвлекаться от управления авто, такие опции, как включение-выключение экрана, аудиозапись, подсветка, а также защита файла от циклического стирания, доступны по одному нажатию кнопки. Спереди располагается стеклянный объектив, за которым находится CMOS-матрица Aptina AR0330 с разрешением 3,1 мегапикселя. Она изначально создавалась и активно используется в профессиональном видеонаблюдении, где особенно важна высокая чувствительность ночью, динамический диапазон и производительность. Например, в режиме 1280 на 720 эта матрица выдает аж 60 кадров в секунду. Таких показателей удалось добиться в том числе и благодаря процессору Ambarella A5S30. Помимо указанного режима, он способен обрабатывать 1080p и 720p на 30 FPS и даже 1080i на 60 FPS. В процессорах этого семейства реализованы автоматические функции шумоподавления и стабилизации изображения. В результате эффективной работы матрицы и процессора получается качественная видеозапись днем, ночью, при встречной засветке и даже на неровной дороге. К стеклу автомобиля эта модель крепится с помощью стандартного с виду кронштейна на присоске. Однако, если присмотреться, становится ясно, что многое в девайсе нестандартно и очень серьезно продумано. Например, питание от прикуривателя подается не на регистратор напрямую, а сначала на кронштейн и уже потом через вот эти контакты на сам девайс. Процесс установки регистратора в машине после недолгой тренировки занимает всего пару секунд и выполняется одной рукой. Кроме того, в кронштейн также встроен GPS-модуль. Он вынесен прямо под стекло для того, чтобы сигнал со спутников был максимально надежным. В общем, Advacam FD5 Profi GPS – это, если можно так выразиться, флагманская модель. Видеорегистратор отлично подойдет тем, кто хочет максимально точно и надежно фиксировать все, что происходит перед машиной во время движения. Ну а в случае ДТП он благодаря всем своим функциям поможет точно установить виновника. В общем, на дороге за ним как за каменной стеной. Это и многое другое в интернет-магазине «Связной».